I'm alive. Клим, скажи всем привет. Климась. Климась, скажи всем привет. Нет. Ай-яй-яй. Он приводит. Будете киндеры открывать? Да, все. Ну скажи тогда всем привет. Всем привет. Мы почему все покусали. Кушай еще. Да. Но мама с папой еще не покушали. Мы тут смотрим мультик про динозавров. Так, я здесь замариновала свиную рульку с чесноком, соевым соусом и имбирем. Это... Да, вот мои новые штаны, которые я вчера купила. Классные, мне они очень нравятся. Так, ладно. Чтобы супа кусали. Мы покушали? Да, много воды. Киндер, ну сейчас с папкой будешь открывать. Какие киндеры? Видишь, это киндер Кунг-фу Панда 3. Мне шоколадку. Тебе шоколадку? Да. Ну, чуть-чуть можно будет. Так. О, это тигра. Прикольно. Пш, да? Может, кому-то интересно будет. Окусовый. Еще шоколадку. Давно мы киндеры не покупали. Ну. Я уже, кстати, коробку с киндерами убрала, чтобы ты им по ним соскучился. Угу. Вау. Кто это у нас? Это у нас такой зеленый. Ух ты, какой панда. А, вот такой вот попался. Всем привет. Не помню, здоровался, нет. Здорово. Мы с Саней опять выехали из дома. Я оставила свинину в духовке. Мама попросила выключить через час. А мы хотим посмотреть жалюзи на кухню наконец-то. Ну, не знаю, выберем ли что-нибудь. Что еще? А, мы же купили новую камеру. Она, в общем, нам не подходит. Потому что звук не сочетается с предыдущей камерой. И все-таки я поняла, что я человек привычки. Вот у меня есть камера, к которой я привыкла. Я знаю, как с нее снимать видео, как пользоваться. И я вообще не хочу даже начинать снимать другое, потому что есть та, к которому у меня рука привыкла. Вот мы хотим попробовать поменять. Хотя чек мы потеряли по чьей-то вине. По чьей? Не знаю. Ну, вряд ли мы, конечно, поменяем ее. Ну, попробуем хотя бы. А, я сейчас написала сообщение Маше. У моей сестры Маши сегодня день рождения. Машутик, к тебе днем рождения. Не болейте. Я знаю, что вы с Сашуней заболели. Вирусы и бактерии мы всегда победим. Главное, чтобы было настоящее здоровье, крепость, силы. Машутик, оставайся всегда такой красивый, добрый, милый, отзывчивый. Я тебя крепко обнимаю, целую и люблю. Мы заказали шторы. В итоге классные. Я думаю, вам понравится. Не снимала я там, Саня говорит, а что ты не сняла? А что ты не сняла? Ну, там какая-то обстановка была не для съемок. А мы сейчас едем смотреть не часы. Я все-таки хочу выпросить у Сани на День Святого Валентина себе подарок. А ты что хочешь на День Святого Валентина? Новую машину. Чушь. Ну, мне кажется, от часов бы ты тоже не отказался. Ну, да. Ну, у тебя есть часы, вот, неплохие. Когда-то мы тебе тоже, по-моему, на какой-то праздник покупала я. За 17 тысяч тенге. А 20... Какие 17? 17 тысяч тенге они стоили, я точно помню. Ну, тогда это были большие деньги. $100. Почти. Ну, не знаю, я помню, мы покупали, и это прям такая хорошая цена была. Алиса, вот. Тут плоховато, как видно. Вот эти вот клевые. Сейчас вот эти примерю. Что-то не видно на камере. Как тебе вообще? Все оригинально. Мы пришли в комфорт. Кофе здесь есть вкусный. Обожаю кофе. А, помните, в прошлый раз я покупала две чашечки? Типа покупала, в итоге забыла их на кассе. Вот, у нас на карточке скопилось 6 тысяч тенге, и мы решили зайти, потратить эти деньги, как раз купить прозрачные чашечки, которые в прошлый раз я забыла. Так, Сайбель опять куда-то потерялся. Ты тут смотришь. Ой, страшно. Ну, походу, у нас в этом году уже не будет возможности ими воспользоваться. Ты имеешь в виду, снега не будет? Ну. Хотя сегодня обещали снег. Пипец, он, наверное, заряжает. Вот так, если... Как дать снежку? Мало не покажется.
Смотрите здесь, что есть. Я срочно хочу такие чашечки. Салатники, что ли? Ага. Нам как раз такой формы не хватает с копейками. Надо посмотреть. Так, это мы поставим сюда. А можно раскрыть и посмотреть? Нет, вряд ли. А мне кажется, можно. Давай, я подержу кофе, ты раскрой. А зачем? Ну как, ты ее не раскроешь, Катя? Вот потяните за вот это. Спасибо. Че? Классно, как все. Нет. Тебе стакан нет, а вот эти? Да. Вот эти особенно суперские. Так, чисто для кухни. Суп есть? Да. Че, она самая последняя была? Ага, пришлось вот эти снять. Теперь их надо как-то еще одеть же. Ну так же аккуратно. Подставка для ложки – это очень нужная вещь. А глаза еще что-то смотрят. Вот. У меня вечно грязные вот там, когда я кашу варю. Да-да-да, на стол кладешь. Мы только что приехали домой, сейчас будем ужинать. Вот такая вот ножка получилась. Хорошо очень зажарилась, мама ее выключила, салатик сделала. Что, садимся кушать? Что-то я не могу понять, что там за ножка. Ну такая свиная. Не знаю, что-то она так подгорела хорошо, но, наверное, эту шкуру снять можно. Ты на базаре брала или в магазине? На чай. В магазине? Нет. Дуй. Можно кусать? Можно, кусай. Аккуратно, аккуратно жуй, не торопись. И головы не тряси, когда жуешь. Мне пособие некуда складывать. Сейчас. Где чашечки классные? Две штуки, не а, те что ли? Да. Ой, уронил. Сыновей, наступай на паулик. Клим, не наступай на пластилин. Подними его. У нас пластилин паулин. Шарик еще хочет сделать? Да, он сломался. Он сам по себе сломался? Как шарик я катаю? Ну-ка покажи. Так. Он хоть на стульчик встать. Мы купили опять новую камеру, а ту сдали. Вот она делает такой проект. Не знаю, насколько это нужно. Да, насколько эта штука полезна, не знаю. Я тут варю кашу, как обычно. Вот это вот для ложки очень удобно. Еще так мягко кладется. Мне понравилось прям. Ну смотри, прям хорошо проецирует. Угу. Еще звук к ней подсоединить. Вот такие чашечки я взяла. Очень удобная форма, я давно такую искала. Клим, прикольно? Кучерки еще. Вот. Что ты хочешь? Карточки. Какие? Давай. Вот эти карточки. Давай. Так, что у нас здесь есть? Давай. Давай вот. Да. Дома разные, дома будем учить. Да, я ведь хочу помогать. Ну, неси. Ой. Убери. Ну, пусть Мака с нами будет. Да. Вот такие разные дома будем учить. Я. Да, все пока-пока. Да, все пока-пока. Ну, давай, говори. Все пока-пока. Что мы сейчас будем делать? Все пока-пока. Что мама сейчас будет тебе делать? Да, это твой любимый. А покажи, что там есть в этой книжке. Птицы и динозавры. Да, супаты.
Зубастый правильно. Мы сейчас будем читать. Это Клима любимая книжка. Это зубатый крокодил. Зубатый. Да, зубастый. Что он хочет сделать? Хочет акулу. Лайка, рыбка. На этом мы, пожалуй, закончим сегодняшний влог. Спасибо, что смотрите наше видео. Опять я не успела прочитать комментарий дня. Вы уж простите, завтра обязательно это сделаю. Всем всего самого наилучшего. Пока-пока. Вот, а мы будем читать киски. Книжки. Да, киски, пойди.